Больше половины россиян считают покупку недвижимости более выгодным способом вложения денег, чем вклад в банки. Как пишет Росбизнес консалтинг со ссылкой на совместные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения и дом.рф, 58% опрошенных считают, что покупка недвижимости не только выгодна, но еще и надежна. Опрос проводился среди почти двух тысяч респондентов из всех регионов России. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе Новости.